Стаханов под огнем киевских силовиков. Ранним утром, когда большая часть города еще отдыхала, населенный пункт подвергся обстрелу дальнобойной артиллерии. Проснулись горожане от раскатистых прилетов реактивных систем залпового огня «Ураган». Это носовая часть вот, самого боеприпаса. Далее множество мелких осколков именно корпуса снаряда. Вот оперение стабилизатора. Можно судить о том, что боевая часть данного реактивного снаряда фугасная. Били украинские бандформирования хаотично по всему городу, не жалея ни дома мирных жителей, ни городскую инфраструктуру. Пострадали социальные объекты: школы, больницы, педколледж, медколледж, общежития, техникумы, где у нас беженцы находятся. И в данный момент мы находимся вот возле стадиона. Прямыми попаданиями разрушен самый большой спортивный зал, где занимались наши все дети. Нам очень жаль, что украинская власть, в своей агонии, отступая все их войска, теряя позиции, пытается убить как можно больше мирных граждан и разрушить как можно больше домов и социальных объектов на территории Донбасса. Нет слов просто. Так же нельзя с людьми поступать, нельзя, ведь мы все люди. Обстрел этим утром унес жизни двоих стахановчан. Еще троим повезло гораздо больше. С ранениями различной степени тяжести все они были доставлены в центральную городскую больницу.